Всем привет, вы на канале The Box, меня зовут Володя. Ну что, друзья, вы знаете, прошедшая неделя была настолько урожайной, что вам сказать, даже компания HTC, представляете, вернулась и представила свой новый смартфон. Не, конечно, компания OnePlus довольно-таки быстро стерла всю мою радость своим новым бюджетником, но вот новая утечка касательно компании Samsung быстро вернула меня в строй. Ведь такого от компании не ожидал вообще никто. Но все же, конечно, самое главное, это то, что мы с вами наконец-то, друзья, узнали первые подробности о Redmi Note 14 Pro. И вы представляете, оказалось, что Xiaomi готовит нечто необычное по части камер. Так что обязательно смотрите видео до конца, потому что оно получилось очень интересно. А теперь подписка, если вы еще до сих пор не подписаны, хотя я уверен, что все уже давно подписаны. Лайк, помчали! Вы все уже знаете, что у нас в Русском есть свой телеграм-канал, где мы ежедневно публикуем новости из мира гаджетов и электроники. Поэтому, кто не знал, только что узнал, обязательно подписывайтесь. Ссылка в описании под видео. Ну что, если вы сейчас стоите, то я вам советую все-таки сесть. Если сидите, то, знаете, крепко так возьмитесь за стул, потому что компания HTC, представляете, возвращается. Мало того, она возвращается не просто так, а с очень интересным смартфоном. Да, компания решила, как говорится, играть по-крупному, потому HTC U24 Pro сделали в премиальном корпусе из стекла и металла. К тому же он получил еще и несколько флагманских фишек, вроде беспроводной зарядки в 15 Вт, защиты IP67 и телевика в 50 мегапикселей. А что самое главное, это то, что HTC же еще и на железо раскошелились. Ведь переднюю панель здесь занимает OLED-дисплей на 120 Гц, а вот заправляет всем Snapdragon 7 Gen 3. Конечно, аккумулятор в 4600 мАч, это не то чтобы много, но зато есть быстрая зарядка в 60 Вт. Причем ценник поставили тоже же не прямо там конский, как для таких характеристик. 560 евро. Тут вопрос в другом. Сколько людей захочет купить на HTC себе в 2024 году? Ну, не считая работников компании. Не, сам смартфон, конечно, прикольный, но я вам напомню, что молодняк, например, вообще не знает, что такое HTC. А вот старички, которые знают, уже давно потеряли к ним доверие. Ведь перед тем, как исчезнуть с радаров, тайванцы делали ну какую-то просто дичь. И теперь им уже все, теперь им уже придется себя опять заново зарекомендовать. Да, убедить, что они прошли курс реабилитации, что такого уже впредь больше не повторится, такой фигни. В то же время компания OnePlus подумала после выпуска, видимо, OnePlus 12, что теперь можно все уж. И решили на деньги развести людей, которые просто не сильно разбираются в смартфонах. В общем, компания OnePlus представила, я считаю, абсурднейший Nord C4 Lite, который, как и мой вон оператор Русик, непонятно зачем существует. С одной стороны, в плане железа он, конечно, поинтереснее, чем предыдущий Nord C3 Lite. Во-первых, четверка все-таки получила AMOLED-дисплей на 120 Гц, еще с максимальной яркостью в 1200 нит. Во-вторых, сюда запихнули еще и батарейку в 5500 мАч, еще с быстрой зарядкой 80 Вт. Ну и в-третьих, основной сенсор здесь заменили, ну я считаю, на неплохой Sony Lead 600. Но вот только все вот это вот, что я перечислил, упирается в старый процессор, а именно Snapdragon 695. Так что видео в HDR вы на нем не посмотрите. Снимать сможете только максимум в 1080p, а в новые игры, если и получится поиграть, то только на другом смартфоне. Ну а ко всему, Snapdragon 695 он не может раскрыть весь потенциал камеры, поэтому фотки получаются так себе. И при этом стоит Nord C4 Lite вот этот вот 330 евро, а в такой ценовой категории есть много интересных смартфонов. Не, ну вот серьезно, вариантов прям много. Вот, например, за те же деньги сейчас можно взять тот же самый Poco X6 Pro с мощным Dimensity 8320 Ultra, еще и более крутым AMOLED-дисплеем. Не, конечно, зарядка у него только на 67 Вт, но думаю, я знаете, что этого более чем достаточно. Ну или тот же, например, Redmi Note 13 Pro на Snapdragon 7S Gen 2 и камеры в 200 мегапикселей. Хотя, вот знаете, мой фаворит в этой ценовой категории, это, конечно, Pixel 7a. Ведь все-таки благодаря алгоритмам Google он снимает вот прям лучше всех в этом сегменте. И при этом у него еще есть защита IP67, качественный OLED-дисплей, пусть и на 90 Гц. Ну и давайте не забывать еще и чистый Android. Ну а если вы хотите взять просто хороший бюджетник, то тогда уже лучше взять Realme 12 Plus. Да, ведь он по характеристикам очень похож на Nord C4 Lite, но только у него более мощный процессор. В общем, хороших вариантов действительно достаточно. Если вы как раз, например, ждали этот Nord C4 Lite или просто, например, ищете себе недорогой хороший смартфон, то в описании к этому ролику будет ссылка на e-каталог с подборкой отличных моделей по соотношению цены и качества. И там вы, кстати, сможете сравнить сразу несколько моделей, чтобы понять, какая из них лучше. Ну или, например, самостоятельно найти то, что вам больше нравится.
Причем отмечу, что благодаря фильтру по характеристикам и расширенной сортировке это делается как никогда, друзья, просто. Ведь вы можете вот буквально в пару кликов найти смартфон, например, с лучшей камерой, дисплеем, процессором, да даже сортировать устройство по весу, представляете? Короче, ссылка на каталог в описании под видео. Переходите и сами все посмотрите. А тем временем компания Samsung, вы знаете, так потно работает над линейкой Galaxy S25. Да, друзья, именно потным, потому что у компании появились такие проблемы, мало не покажется. Но, правда, она их решила исправить, но почему-то таким, знаете, неожиданным способом. В общем, корейский инсайдер принес, я считаю, дичайшую утечку из Samsung. Ведь, по его словам, Samsung критически не хватает процессоров для будущих Galaxy S25. И неожиданно, вы представляете, они решили закрыть вот этот вот пробел чипами MediaTek. И вот проблема вся в том, что пока корейцы могут сделать только 40% от необходимого количества вот этих Exynos 2500 для будущего этого Galaxy S25. А для начала продаж нужно минимум 60. Ко всему хочу отметить, что компания Qualcomm, она же подняла цены на свои процессоры. И, например, Snapdragon 8 Gen 4 теперь стоит $260 за штуку, так что они уже не могут себе позволить закрыть вот этот вот пробел драконами. И в итоге Samsung получается, что вынуждена теперь раздумывать над тем, чтобы сделать часть Galaxy S25 на флагманских процессорах Dimensity 9400. Так что в итоге вот эта вот грядущая линейка может легко выйти вообще в трех вариантах с тремя разными чипами. И вы знаете, на самом деле это не так плохо, как может показаться. Ведь в последнее время, например, флагманские Dimensity, они прям жгут. Причем отмечу, что тот же Dimensity 93, он же обгоняет Snapdragon 8 Gen 3 и Exynos 2400 в сложных задачах, связанных с графикой. Потому если так произойдет, что Samsung, например, отправит в Европу вот эти вот флагманские галактики на Dimensity, то вместо Exynos, то пользователи только выиграют от этого. Но все же пока Samsung именно что раздумывает над таким вариантом. Как вы знаете, корейцы очень любят свои фирменные чипы и не отказались от них даже после успеха линейки Galaxy S23, где я вам напомню, что стояли исключительно Snapdragon. Да и, кстати, компания Apple, вы знаете, тоже не сидит ровненько на месте и работают сразу вообще над двумя гаджетами. И вот если это окажется правдой, то вы знаете, впервые вот за несколько лет, без всякой иронии, мы с вами можем сказать, вот это вот революшн. Джонни. Но сначала полезный совет. Если так произошло, что ты поехал на море и задремал на матрасе, и тебя вынесло в открытое море, то, знаешь, вообще не стоит волноваться. Вот от слова совсем. Все, что нужно сделать, это просто включить мой обзор. Дельфины, как самые умные животные, услышат, что ты смотришь умный контент, годный, и вынесут тебя феерично на берег. Все. Да ладно уже, не надо, не благодари. Подписывайся, что там. Итак, что же там у компании Apple? Вы знаете, судя по продажам Apple Vision Pro, вот эти очки дополнительной реальности за $3500 нужны людям примерно так же, как Казеон Баян. Так что Apple подумала и решила сделать более дешевую версию с парочкой упрощений. И вот, значит, по словам надежнейшего инсайдера Марка Гурмана, вот этот вот бюджетный Vision Pro будет напрямую зависеть от подключения к iPhone или Mac. Так что не исключено, что в самих очках будет только просто пару экранчиков. А непосредственно сами вычисления положат либо на лэптоп, ну, либо на iPhone. Также еще экономия коснется встроенных камер. И вот Гурман говорит, что дешевый Vision Pro предложит уже не такой большой угол обзора, как в дорогой версии. Но зато купертиновцы сохранят основной набор функций. К сожалению, конечно, инсайдер не рассказал, как именно будут выглядеть вот эти вот упрощенные Vision Pro. Но есть один намек, что они будут выглядеть как обычные очки. И вот прикол в том, что одновременно с утечкой Гурмана в сеть же попал еще и новый патент от компании Apple для легких очков дополнительной реальности. И судя по документу, могу сказать, что купертиновцы разработали двухосевой шарнирный механизм, который создан исключительно для очков. Потом, знаете, есть большая вероятность, что компания Apple сделает нечто подобное на очки X-Real. Только знаете что, скорее всего, при подключении к гаджетам очки будут не просто зеркалить контент с экрана, а открывать отдельный интерфейс для жестового управления. Ну а чтобы все это работало как следует, компания Apple еще и серьезно прокачает свой процессор, который для будущих айфонов. Причем могу отметить, что настолько серьезно, что даже не каждый ноутбук сможет сравниться с iPhone 16. Да и, кстати, вы знаете, будущий iPhone 16 легко могут стать вообще самыми умными смартфонами на рынке. И вот оказалось, что новый Apple-овский процессор A18 Pro получит, ну, просто нереально прокачанный нейронный процессор, который используется для задач искусственного интеллекта. И уж чтобы вы понимали, его мощность оценивается в 45 TOPS.
и он вообще будет налегке уделывать даже ноутбучный Apple M4, у которого, напомню, всего только 38 TOPS. Так что знаете что, не исключено, что вот эти вот хитрюги из Купертино показали нам далеко не все фишки Apple вот этого Intelligence, который появится в новых iPhone. И знаете, в 16-й линейке могут легко появиться какие-то дополнительные возможности, для которых и потребуется еще больше мощность. Ну и, конечно же, зная компанию Apple, скорее всего, они будут доступны только в iPhone 16 Pro и в iPhone 16 Pro Max. Но все же, конечно, главным событием недели стали первые утечки касательно Redmi Note 14 Pro. И вот после того, когда смартфон засветился в базе данных EMI, появилась более детальная информация о характеристиках и информация о дизайне смартфона. И вы знаете, хочу сказать, что скоро, вероятнее всего, Redmi-ки все-таки потеряют свою главную фишку. И вот если, например, нынешний Redmi Note 13 Pro все-таки выделяются так камерой в 200 мегапикселей, то в Redmi Note 14 Pro все, друзья, этого уже не будет. Но, значит, по словам надежнейшего инсайдера Digital Chat Station, Xiaomi собирается его заменить на новый основной модуль в 50 мегапикселей. Причем отмечу, что это будет все-таки более крупный сенсор. Ну, что могу сказать. Видимо, наконец-то до компании Xiaomi дошло, что далеко не в мегапикселях счастье. И в этот раз они решили брать качеством уже, а не цифры. И китайский инсайдер даже отдельно отметил, что в этот раз компания сконцентрируется именно на качестве камеры и дизайне. Ну и, наверное, потому-то Xiaomi решила немножко поколдовать и все-таки сделать Redmi Note 14 Pro похожим на флагманы. И вот, например, основную камеру перенесут к центру и сделают круглой, как у Xiaomi 14 Ultra, а вот дисплей получит такие микрозакругления по краям. Правда, вот процессор поставят далеко не флагманский, а именно Snapdragon 7S Gen 3. Так что, как говорится, на многое, извините, но не рассчитывайте. А как там будет на самом деле, мы с вами узнаем довольно-таки скоро, потому что представить этот смартфон должны в Китае осенью этого года. Ну а вот ждете ли вы Redmi Note 14 Pro, обязательно напишите в комментариях. Нам с Русиком будет интересно почитать. А также, конечно, посмотрите вот эти вот видео, потому что они не только полезные, но еще веселые и интересные. Ну и главное, помните, что все самое интересное где? Верно, в коробке.